Ректор ЗНУ, народный депутат Николай Фролов, намерен баллотироваться в мэры Запорожья. Его кандидатура была и поддержана, и выдвинута от городской партийной организации блока Петра Порошенко «Солидарность». Николай Фролов родился и вырос в Запорожье. Здесь живут его семья, дети и внуки. Поэтому свое решение баллотироваться в мэры называет совершенно обдуманным. Я это принял решение, исходя в первую очередь из патриотизма, из любви к моему городу. Я не могу мириться с тем, что на сегодня город находится в очень сложной ситуации, экономической ситуации, связанной с ЖКХ, проблемами, точнее, ЖКХ, благоустройства, проблемами здравоохранения. Я думаю, что у меня есть и силы, и энергия, и опыт для того, чтобы эти проблемы решать и выводить город из того кризисного состояния, в котором он находится. В городской партийной организации блока Петра Порошенко утверждают, выбирали из нескольких кандидатов. В итоге приняли, как считают, наиболее правильное решение – выдвинуть Николая Фролова на пост мэра. Окрім того, що він є політиком, він є гарним господарником, як приклад Запорізький національний університет, як він виглядає. Він є доктором науки, професором, тобто людиною, науковцем. І тобто виходячи з цих критеріїв, по-перше, да, тобто людина не заплямована, людина досвідчена, людина, яка, ну, на мою думку, може дійсно дати, знаєте, оцю нову якість політики, по-перше, по-друге, подолати ті загрози, які зараз є над Запоріжжям. Ну, я вважаю, що він зможе перемогти. І дійсно переламати цю ситуацію в Запоріжжі і за останні роки, і зробити все для того, щоб наше місто розвивалося. На городской партийной конференции блока Петра Порошенко «Солидарность» кандидатура Николая Фролова нашла единогласную поддержку делегатов. Теперь Николай Фролов может официально подать документы на регистрацию в качестве кандидата на пост городского головы. Сделать это он обещает уже в самое ближайшее время.